Чикопа вот стояли. Мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмощников. Стояли на попаду. Если в деле ватос, будет заместить закос. Эй, мусор, лови. Вот так и работает. У мусоров попаду. Если в деле ватос, будет заместить закос. Эй, мусор, лови равно. Мусоры, готовьте к силы. Сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри, ватос начинает. Расслаби, это тебе не шутки. Смотри, здесь стая, будут копы нагнуты, как проститутки. Арифметика простая. Эй, копчик, береги свой копчик. Чё понимаешь? Я знаю, я бояки в Буславу стояли. А подождите, мы сейчас зайдем в Кисучей Молоде. Я знаю, сколько вы стояли, бояки вы справок стояли. Ну, давай это я буду. Ты что скажешь? Вадим, давай это я буду. Он мне вполне доверяет. Да, я доверяю. Он не понимает вообще, как все происходит. Давайте отойдем. Давай это бумажка. Давайте отойдем. Я что бажаю, там мы это узнаем з відеодоказа. Давайте начнем, бажаю. Как все полагается. Просто бажаете вы з бажаете. Мы бажаете будем, в рамках закона мы будем всем воспользоваться, понимаете? И юридической помощью. До початку, чтобы з'ясувати причину остановки взагалі. Якщо вважаєте, що закон, а не закон. Я вам. Просто знаете вы, почему там стояли? Я вам пропоную ознайомитися безпосередньо. Ми знайомі, це обов'язково. Готові? Це обов'язково. А можете представитись? Щоб... Старший лейтенант поліції Гривою. Ну, щоб громадянин зрозумів, хто ви. Старший лейтенант поліції Гривою. Я розумію, що ви там... Стоите, я думаю, сейчас бинго будет. Я еще и камеру направил. А, пожалуйста, Вадим. Думаю, только есть некоторые экипажи, которые стоят именно в том направлении. Бинго. Я тебе могу сказать, что они сейчас не докажут твою вину. Это будет прекрасно. Да, я тебе просто объясняю. Я не отмазываю. Я просто... Спасибо. Мы требуем то, что было бы. Вот если бы они за тобой ехали, и ты где-то там повернул налево, вот тут уже... А можна знайомитись? Дайте, я вже забув, як... Будь ласка! Та ну так, Григорів Ігор Олександрович. Що? Вообще красавчик. Вообще красавчик. А можна ваше? Красиво. Вообще, от іменно він красава. Он знає, як от, щоб не создати конфлікт почти. Москвін Володимир Володимирович. Нічого собі, Володимир Володимирович. Зупинено було. Безпосередньо. Бачила, як тут проїжджала. Воскосередня, знак був 4-2 стояв. А знак ми побачимо? Ви не виконали. Знак, ми можемо пройтись. Ні. Зараз на парі плюс фотографує. А коли це пройде? Подождите, нарушення у нас якоби було в 12.25. Давайте, хорошо, будемо бодатися до кінця. До кінця, друзья. Вот вам банальный пример того, что вы видели, как я... Они тронулись, и я тронулся, потому что вот этот прекрасный товарищ полицейский знал, что там может быть кто-то где-то... Он как оператор, да? А вы как судья. Это ваш помощник судьи, а вы как судья. Ну, а в чем служит? Я не бачу в цьому ніякого. Ні, та я ж нічого не маю проти. Люблю це місце, знаю, коли потрібно під'їхати. Видно, у нас з присутністю. Дивимося. Давай. А що ми бачимо? Дивимося разом. Як автомобіль виїжджає. Ми знак не бачимо, якщо чесно. Він там є. Ну ми його не бачимо на камері. Ну це... Ні. Ну, це немає, смотрите. Це вже немає. В смысле немає? Отак от. А если я вам скажу, що його нет, у мене на камері він є.
И мы перенесем дело, я подготовлю и вам докажу, что его там не было. В ту секунду, когда данный человек пытался выехать якобы налево. А я вам скажу, что он выехал направо и повернул налево. Может быть такое? Инспектор, разведите, пожалуйста, сделайте фото еще. Ничего оно не даст, я вам могу сразу. Садись, пожалуйста, сделай фотографию. Давайте, давайте, давайте. Сделай фотографию. Давайте, давайте. Что мы... А время будет совпадать с вот этим видео? Время фотографии. Вадим, ну, давайте. Подождите, мы в рамках закона пытаемся. Вы стояли, ждали, когда кто-то где-то проедет. Это раз. Ну, так, друзья, ну а мы продолжаем. Учитывая то, что, как оказалось, не є чітким відеозапис і не було зрозуміло на той момент, є діючий знак чи немає того діючого знаку, поліцейський закриває справу згідно 247 статті частини першої за відсутності доказів. Наразі ракетна небезпека, да. Чтобы все было уважнее. А документы у тебя хоть есть? Покажи хоть, что у тебя есть документы. Водить-то было уважнее. Ну я понимаю, ну вы же понимаете, что... Так, мы будем, рухаться на разе в безопасном месте. Ну конечно, сейчас будем рухаться в безопасное место. На нехтовать повітряна тревога. Проверьте документы, чтобы не было такого, что... Отмазали бандита какого-то, как вы говорите, отмазали. Никто никого не отмазывает, все в рамках чинного законодательства. Все не то, что не говорю, бандита. Все доброе. Все. Да все доброе, будь то важно, в руках и беспечно. До свидания. Все, я пробываю. Друзья, в принципе, как-то так, вы все сами видели, еще раз объясняю. Нету видеодоказа, фото-видеодоказа. Не надо сразу сдаваться без боя. Вот этот данный человек, блядь, сразу там начал что-то рассказывать, что-то там где-то, это все дичь. Вы все прекрасно сами видели, что полицейские стояли, блядь, на маяках и ждали свою очередную жертву. Может, там когда-то и был какой-то знак, но по факту, они за ним поехали в тот момент, когда он что-либо совершил непонятное действие. Поэтому еще раз вам объясняю. Если вам нужна помощь, ссылку на нашу группу оставляю в описании. Надзор Харьков. И всегда требуйте доказы своего правопорушения. Ну а вы знаете, что делать, едем дальше. Такой вот как-то маленький ролик. Все-таки я уже все, я выехал. Наша команда уже тоже уже в городе, в области. Всем ездим, помогаем. Самое главное, запомните, бесплатно. То, что там пытаются, блядь, склонять о том, что мы за бабки-то, я от этого кайфую. Поэтому как-то так.